Дорогие друзья, приветствую вас на канале Pets Health. Знакомьтесь, это Соня, Муха и Барри. Мушке около 2 лет, она метис жесткошерстной таксы, и она была найдена около мойки в Савиньоне. Ее деткам Соне и Барри около 9 месяцев. Все они ищут семью. И мама, и ее детки абсолютно здоровы. Они очень веселые, дружелюбные и жизнерадостные. В данный момент мать с щенками находится под опекой в Одессе. Если вы хотите забрать кого-то из них или помочь, в описании к видео есть контакты людей, с которыми можно связаться. Лайки и подписка на канал не помогут найти хозяев для этих милах, но очень помогут развитию проекта Pets Health. Всего доброго!